В выходные на спортивной площадке молодежного центра стартует цикл спортивных мастер-классов «Спорт. Альтернатива вредным привычкам». Начало в 19:00 для лиц старше 6 лет. В пятницу и субботу на стадионе ИКАР состоятся футбольные матчи областного чемпионата среди юношей 14 и 11 лет. Начало в 15:00. В выходные на центральном футбольном поле пройдет фитнес-утро. Начало в 10:00. В пятницу в 18:00 на стадионе ИКАР состоится очередной матч 6-го тура чемпионата города по футболу для лиц старше 6 лет. В выходные здесь пройдет второй тур Кубка госкорпорации «Росатом» по баскетболу 3x3 «Оранжевый атом». Начало в 14:00 в субботу и в 10:00 в воскресенье для лиц старше 6 лет. В субботу на стадионе «Авангард» пройдет открытое первенство РФЯ ЦВНЕФ по городкам, посвященное Дню физкультурника. Начало в 10:00. В это же время состоятся соревнования по пляжному волейболу на призы РФЯ ЦВНЕФ, посвященные открытию волейбольной площадки стадиона «Авангард» для лиц старше 6 лет. В городском музее продолжается выставка советского сатирического плаката «Оружием сатиры» для лиц старше 6 лет. В пятницу музей приглашает всех желающих на программу «Лето в музее». Горожан ждет познавательное занятие «Секреты сидящего в траве» или «Кто слышит ногами». Посетители узнают о жизни кузнечиков, а в субботу – о жизни стрекоз. Начало в 11:00 для лиц старше 6 лет. В пятницу в художественной галерее откроется творческая мастерская «Птицы счастья». Горожане смогут нарисовать яркую птицу акварелью. Начало в 12:00 для лиц старше 6 лет. А в субботу пройдет экскурсия по выставке «Море цветов». Начало в 14:00 без возрастных ограничений. Музей народной игрушки приглашает горожан на выставку «Нижегородский край. Земля талантов». Вниманию посетителей будут представлены предметы народных промыслов и народные игрушки Нижегородского края без возрастных ограничений. В пятницу танцевальная площадка парка Зернова приглашает горожан на просмотр кино под открытым небом. Художественный фильм «Я делаю шаг». Начало в 20:00 для лиц старше 12 лет. А в субботу на танцевальной площадке пройдет концертная программа «Лето звонкое, громче пой». Начало в 19:00 для лиц старше 6 лет. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать своим друзьям и знакомым, как здорово вы отдохнули в выходные.